Всем привет! Меня зовут Андрей, мы проходим Нир Отумата. Мы в новой части локации, ну, в новой локации под названием Затопленный или Затонувший город. Идем по основному сюжету пока что. Мы вообще почти не идем по нему, поэтому надо бы чуть-чуть по основному сюжету подвигаться. Давайте подвигаемся. Шел вон. Водопады из окон. Прикольно. Слышь ты. Да... Где моя эта, блин? Воу-воу-воу-воу-воу, это чё за? Это типа такой враг сильный? Охренел вообще. Я думал, это рядовой противник, которого ничего вообще. Никаких способностей нет. Ну, кроме разве что вот этой пушки. Той пушки. Там еще у него лазерная. Вот гадость какая. Так. Тут у нас что-то есть? Нет, ничего нет. Мы долетим. Ракета обнаружена. Так нам надо защитить ее. Сказал вот убей. Ого, ого. Это жирный. Давай-ка их победим, да и по-быстренькому в ванную. Туби, все дело в настрое. Ничего.
Это что за нафиг? Блин, они все со щитами. Главное, вот меня пугает вот эта штука огромная. Думаю, это заметно. Ну, то есть так логично. Так, вроде бы все это были последние машины поблизости, роботы. Туби, Найнес, командир, срочный приказ. В общем, вам надо куда-то там пойти помочь. Я всех это... Да, использует отряды как хочет. Говорит, да, не церемонится она с подчиненными. В общем, нам сказали, что где-то что-то там будет проводиться атака, и, в общем, всех мобилизовали, и нас в том числе призывают. А я не сохранен же. Надеюсь, все будет нормально. Сказал я, все будет нормально. А, точно. Уворачиваться R2. Вот это вот я не мастер, вот это вот. Стрельбы по кругу. Вроде Это Синемост 11, мы атакованы. Запрашиваю поддержку, короче говоря.
の方角。距離 2.8 キロ。Большой враг приближается в 2 километрах. Блин. Где я вообще? Не потерялся. Разве мы его не уничтожили? В смысле? Он настолько большой? Ого! Это что? Это что-то новенькое. Это робот? Такой огромный. Я никогда такого не видел. Да блин. EMP攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。 Он типа блокирует чего-то там. Но генератор EMP, его надо уничтожить, потому что он блокирует попадание. Приз получен. Ruler of the Sky. Короче, щит у него стоит, типа... Не успеваю следить вообще за тем, что происходит вообще на экране. На переднем плане, на заднем плане, плюс разговаривают там о чем-то еще. Я думаю, так задумано, типа, чтобы вы охреневали. Вот, а, собственно, генератор. Да блин.
один уничтожил. Второй совсем чуть-чуть. Блин, у меня мало хп. Я могу подхиливаться точно. Электромагнитное поле уничтожено. Готовится к атаке. А, его со спутника фигакнули просто и все. Северный отряд 12C. Положитесь на меня. Давай здесь перестроимся. У меня есть идея. Мы должны встретиться там, где я отмечу. ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾ならEMPの影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。Что? Я так понимаю, нам надо это использовать или что? 僕が照準をアシストします。 Я буду помогать тебе целиться. Ну давай, помогай. Что он делает? Его броня слишком плотная. Наносит более сильный удар. Попробуй напрямую. Что значит напрямую? А, стрельни ему прям в рот. Что вот это значит? Я нажимаю ладину, как будто вот такой. Не понимаю, что это значит. Нет, блин. А, нет, попал. Опа. Туби! Мазуйですよ. Коко уридацшимашоу. Дайжобу деска, Туби-сан? В порядке, Туби? О! Паскаль? Или кто это? Это с древних времен этот робот существует. Он атакует всех, враг или друг, неважно.
び上陸を試みているようですね。そうか。トゥビー、ちょっと思いついたことがあります。ここで怪獣を食い止めておいてください。もしもし、頼みましたよ。Значит, держать. Чуть-чуть. Погоди, у меня камера уехала. Туби, Бука. Кубо に搭載予定だったミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。Воу, я что-то думал, блин. Это выглядело как уже катсцена какая-то. Это была не катсцена вообще. Блин. Где я, где я? Я не вижу. Капец. Капец вас тут. Опять?
Нас притягивает или что? Как... У меня управление затруднилось как-то, по-моему. Так, ну уничтожим. Да блин, наш уворачивает. Что он делает? Кто-то зафигачил мне в ракету, это был... Найнс? Сигнал пропал. Организовать поисковую операцию членов Йорхе. Туби. Найнс. Синунайо. Не смотри, не смейте мне тут умирать, говорит. Вроде справились. А что делал Найнс? Он искал ракету? Откуда он ее выстрелил, не понял. Приз получен. Ruler of the Deep. Порыбачим. Не-не-не. Это Туби, ответьте, бункер. Оператор. Это оператор. Вы в порядке? Проверка системы. Вроде бы нет проблем с основными функциями. Но я хочу, чтобы вы мне объяснили, что сейчас, какая ситуация. Восемь часов назад мы смогли его убить. Где Найнс? Отклик от черной коробки был, но мы не можем его найти. Значит, он жив, но... Пусть командир его ищет. Командир уже приказал искать их всех. Если вы найдете его, пожалуйста, сообщите мне. Хорошо. Так, искать его по отклику черной коробки. Отклик... Сигнал не найден. Тут ничего больше нет.
Опа. Аномалии сигнала черной коробки не обнаружены, однако ее язык, однако ее языковое ядро выглядит поврежденным. Бедняжка. С тобой будет все в порядке, не беспокойся. Пот. Отправь поисковый сигнал в бункер. Принято. Больше тут у вас нет таких? В смысле? Я не утонул, я, блин, встал. Вон еще одна есть. А стоп, а это нельзя уже спасти, видимо. Вот еще. А нет, стоп, нет, не надо место. Рыбачить. Блин, а роботы все еще тут ходят. Кстати, я впервые в игре без Найнса. Что как бы непривычно. Вот еще. Я не в настроении, дорогой мой. Напарник пропал. Тут говна, а? Опять там кто-то атакует. И нахер. Так, писем нет. Сохранимся. Так, я так понимаю, нам в лагере сопротивления, да? Оттуда был сигнал какой-то. Да. Опа. У меня квест зафейлился. Квест по лагерю. Квест фотографии тоже зафейлился. Блин, какого? Так нечестно. Квест про парочку, которая сбежала как раз сюда, в затопленный город. Но я не знал, как сюда, как к нему пройти. Но вот с фотографиями, конечно, обидно. Да и лагерь, я думал, сделать эту побочку.
То есть определенные квесты тут, ну, побочные, надо выполнять до определенных сюжетных, иначе они будут считаться. Как это по-русски? Как по-русски будет слово failed? Кроме как зафейленный. Адмукера Туби, да, что? У нас тут есть некоторые поломанные пункты доступа. Причиной был вот тот взрыв, электромагнитный взрыв. Типа что, надо починить их? Так, как отсюда нафиг это... Наверное, туда надо пойти. Какие именно? Или тут не написано? Пункты. Да вроде что-то не написано. Найнс, ты здесь? Что? Кто? Где? Что случилось? А, я ищу особый сканер, который может вычислить сигнал черной коробки. А, это то, что вот они сделали. Есть андроид с красными волосами. Спроси у него. Близнецы. Это близнецы? Что? Ну, да не, ничего. Чё за близнецы с красными? А, вот они. Они только вернулись теперь из экспедиции. Чё ты? Слушай, нельзя так сразу на объединение лежать. Ну и нельзя всяким идиотам верить. Извини, ты что-то хотела? А, мне нужен скан, который вычислит сигнал черной коробки. Мы недавно как раз такое создали. Ну вот, можем тебе дать. Он будет искать не только такие сигналы, а вообще разные. Куча всяких сигналов. Он также реагирует на сигналы квестов и чего-то там еще. Сказали.
Нельзя взять. Так, мне его надо установить себе или что? Видимо, да, мне надо его поставить себе. Это же чип. Нет, нет, стоп, нет. Я уже поменял? Уже поменялось там все, что ли? Да, кажется, поменялось. Я не ставил себе кучу всего этого дерьма. Ты точно себе не ставил. Нет, блин, это почему так тяжело? Удалить нафиг. Надо тоже, наверное, удалить. Все перепуталось, поэтому приходится все заново. Так сделаем. Было не так на самом деле, но ладно. Так. Что мне надо делать-то?
А, кстати, вот здесь вот... Чё, у меня здесь не работает сигнал? Да, я не могу здесь сохраниться. Собственно, об этом мне и говорили. Вот здесь тоже пропал. Здесь была тоже точка, где можно сохраниться. Так, ну я не пойму только, куда идти. Все пойму, все понимаю, кроме того, куда идти, потому что что-то я чип этот не нашел. А, вот сканер. Это на под. Сосок скина не брак бокс ханугарна. О, был отклик от черной коробки. Где? Это не то, да? Сюда. Сюда. Я удаляюсь. Даже был гораздо сильнее сигнал. А что это было тогда? Что он тогда? Что я тогда искал? Нандака Кьоно Потто Айокшабель. Коте, Ваташива Сиен Юнитто. Хитиони Очте Кайва Оконау. Теян. Туби Но Джихацтеки Кайва Офуяското. Хитесру. Так, во-первых, он говорит, что на НС был, ну, собственно, замешан, попал во взрыв. Соответственно, лучше искать его в регионе затопленного города. Она говорит, что-то сегодня Пот, кстати, разговорчивый какой-то в особенности. Пот говорит, я просто запрограммирован для, на то, чтобы оказывать вам помощь. Учитывая, что сейчас вам помощь нужна, моя программа рекомендует мне общаться с вами чаще. Она говорит, давай без этого. Не обязательно так часто. Мы пошли в затопленный город.
Давай искать. А, ну, собственно, у нас там уже какая-то зона горит. Вот она. Зона поисков. Блин, опять тут эти все. Как бы запарили. Большого нет, надеюсь. Все летающие ожили. Опа. Блин, я не могу. Ты там стреляешь по какому-то дальнему врагу. Кто ты? Не беспокойся, я... Нет, уходи от меня. Мне не нравится, как ты выглядишь. Все. Предложение. Отключить функциональность страха. Функционал страха. Нет, держись подальше, я тебя ненавижу, я ненавижу. Извини, просто оставайся здесь и жди помощи. Там еще враги. Слушай, это прикольно. Самонаводящаяся штука. Куда проще, чем... Куда проще, чем стрелять с мамой. О, а! Я ничего не могу сделать с тобой. Черная коробка обнаружена. Жизненные функции сохранены. Спокойно, я отправила сигнал в бункер. Скоро и приедут. Ну, прибудут. Спасибо. Мы ищем на НС. Если у тебя есть информация, поделись, пожалуйста. Пожалуйста, любой информацией. На НС? Это тот парень, который был с собой? Я его видела. А. Его отнесло взрывом. Типа. Не могу сказать, где он.
Но я передам тебе информацию примерно, куда он улетел. Типа. Так. Эти данные, координаты отмечены на карте. Я думаю, на этом мы на сегодня закончим. У нас появилась точка, вот, где нам искать его. Его куда? В пещеру отнесло, что ли, блин? Это же пещера. Та самая, где, собственно, выход к этому, к инопланетному кораблю. Странно. Ну ладно. В общем, продолжим завтра. Спасибо за просмотр, пока.